Что вы сказали про суши? Самый главный вопрос, куда застройщик делал наши деньги? Мы же заплатили. Вот у нас Основогорский дом продан, а его нет. А кто у вас, какая компания? Какая компания была? Вначале был Монтажстрой. Монтажстрой. Потом Монтажстрой продал компанию. Ага. Получается, новая эта компания взяли на баланс, тоже продали квартиры. Ага. То есть все продали, все взяли. Все, короче, а у нас чисто по документам нет. Разошлись, наверное, там, чтобы концы воду, да? Просто ноль. Я понял. Ну это схема называется. Да. Да вот мы, схематоз у нас, некоторые депутаты называют схематоз. Все это. Понимают. Все понимают, да. И, а виновники, в кавычках или не в кавычках, да. Ходят и улыбаются, да, я так понимаю. Понятно. Ну, ладно. Для того, чтобы узнать, вернуть их нам. Не, не правильно, они не улыбаются уже. А через суд, правду, закон, ну что, что мы в суд сходили, да, что? Некоторые улыбаются, я видел лично. Да никто не улыбается. Ну, да. Ой, никто не грустит на самом деле. Не, Пономаренко очень грустно стоит. Пономаренко грустный? А он почему? Ну, он же не обманывал. Начали сливать все это. Негатив. Но, да. Он загрустил. В городе Сосновоборске наш губернатор Пономарев вообще сравнил нас, обманщиков, с помидорами. Это почему? А потому что он решил, что... У вас дураков обманули? Да, да, что типа вот вы посолили 10 банок, вот две банки у вас взорвались, вы же не пришли государство жаловаться. А тут получается, вот вы сами вложили деньги, приходите ко мне жаловаться. Так вопрос-то в том, вообще, а кто разрешил, конечно, площадку, то кто дал? А застройщика этого кто запустил? Да. Кто за них должен отвечать? Я за свои помидоры, за свою землю, за свою воду сама отвечу. А ты ответишь. У застройщика еще репутация должна быть, да, по идее, да. Более того, Монтажстрой, аффилированная компания. Кому? Пономарева, не непосредственно там Пистур Эдуард Адольф. Это кто-то, я не слышу такого, да. Ну, я и Пономарева не слышал, честно сказать. Это мэр, да? Мэр города, он действующий мэр. Действующий и аффилированный, он занимается бизнесом. Все его компании, ну, компания. Он бизнесом занимается. И управляющая компания, так или иначе. Под его началом. То есть такой бизнесмен при должности, да? Брусчатка вся идет, получается. Через него тоже, да? Через него. Ну, в общем, там все его, да. Маркиз Карабас, да? Да. Сейчас у нас еще брусчатку будут ложить в ноябре месяце. Потому что здесь у нас может... Да, у нас же нельзя ее положить летом. Ее надо в ноябре ложить. Чтобы она по весне потом вся вот такая стала, а мы ноги...